Вам здоровье. Вот теперь вот наша молодежь приходит. Вот эти питомники, этот сад был какой-то, который лесхоза. Сейчас да, там, наверное, ничего уже нет. Заново там сад посадили возле лесхоза. Посадили сад. А питомники сеяли и на Баскане там, и в Аман-Бухтёре. А теперь ни рук, ни ног не чувствую. Еще на добавок и глохну. Не забывает вас. Да. Видите? Навруз на праздник приходите. Мы там будем коже делать. Ну зато мы сами приходим. Не забываем вас. Спасибо. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. После учебы приехали, а мы же уже работали в лесхозе. Вот после учебы они пошел. Вот это сейчас весна. Садах яблони обрезали, лазили. А это всем культура была. А ее с лесхозом соединили, всем культуру. Вот это всем культуре был над речкой там это. А тогда сок не брали, а семена в соку были. До 100 лет прожили? 93 уже. Да, знаем. Чтоб до 100 вы прожили, мы здесь потом отмечали. Да, да. Сохрани Бог и помилуй. Здоровья вам. Аминь. Спасибо, спасибо большое, что вот это не забывают, это самое как бальзам на душу. Вроде здоровья прибавится.